Привет-привет вам, милые человеки! Наступает новая неделя, а в САМе по-прежнему я, Снежана Туманова, ваша погодная девочка. Расскажу о том, какая погода ждет нас в понедельник, 22 июля. Ставрополь, ждем облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от плюс 33 до плюс 22. Ветер умеренный, 3 метра в секунду. Кавминводы, ясное и теплое лето с температурами от плюс 36 до плюс 20. Ветер чуть сильнее, 5 метров в секунду. Дивное, на нас ожидает небольшой дождь, температура от плюс 36 до плюс 24. Ветер 4 метра в секунду. Буденновск, облачно с прояснениями, температура воздуха от плюс 37 до плюс 23. Ветер также 4 метра в секунду. Черкесск, погода с небольшим дождем, температура от плюс 34 до плюс 20. Ветер слабый, 3 метра в секунду. Домбай, облачно с прояснениями, температура от плюс 23 до плюс 11. Ветер очень слабый, 1 метр в секунду. Нальчик, облачно с прояснениями, температура воздуха от плюс 35 до плюс 23. Ветер 2 метра в секунду. Тырныауз, ожидаем облачную погоду с прояснениями, температура от плюс 24 до плюс 14. Ветер 3 метра в секунду. Владикавказ, погода с небольшим дождем, температура от плюс 32 до плюс 20. Ветер 4 метра в секунду. Феогдон, малооблачно, температура от плюс 33 до плюс 20. Ветер 2 метра в секунду. Грозный, ясная погода, температура от плюс 36 до плюс 22. Ветер 4 метра в секунду. Махачкала, ясная погода с температурой от плюс 30 до плюс 26. Ветер довольно сильный, 7 метров в секунду. Дербент, ясно и тепло, температура от плюс 32 до плюс 24. Ветер 5 метров в секунду. Хорошей вам трудовой недели, дорогие человеки. Я Снежана Туманова, увидимся.